Шесть лапочек-дочек, старше 14, младше 2 года. В большой семье Сеплавиных Ольга одна воспитывает дочерей. Женщина овдовела. Старшие дети помогают по хозяйству, занимаются спортом, прекрасно учатся, участвуют в конкурсах и олимпиадах. За настоящий материнский подвиг Ольге Сеплавиной вручают почетный знак за заслуги в воспитании детей. Чем больше детей, тем больше любви в семье. Дети – это счастье. У нас в семье очень много счастья. Такие же награды получили еще две семьи. Почетные знаки вручают родителям, которые совмещают успешную карьеру, общественную деятельность и достойно воспитывают нескольких детей, становясь примером для подражания. Будем стремиться к тому, чтобы молодые люди, воспитывающиеся на вашем примере, росли в достойных условиях. Благодаря поддержке губернатора Самарской области Николая Ивановича Меркушкина строятся и создаются учреждения образования, культуры, спортивные объекты. Словом, создаются новые возможности для реализации талантов и творческих способностей наших детей. Крепкие дружные семьи в Самаре чествуют уже третий год подряд. Нет более святой и желанной профессии, чем родительство. Именно это символизирует наша муниципальная награда. И мы надеемся, что она внесет свой вклад в повышение престижа семейных ценностей, идеалов крепкой семьи. Наградили и жители Самары, чьи поступки попадают в выпуски новостей. Пожарный Дмитрий Егоров практически при нулевой видимости, когда все было в дыму, спас из горящего дома ребенка и помог выбраться двум пожилым людям. Алексей Кабанов спас тонущего человека в Гонконге. Борис Фетисов обезвредил преступника, который пытался ограбить цветочный магазин. Эти бесстрашные люди награждены почетными знаками за самоотверженность. Хотя сами говорят, ничего особенного не совершали. Просто так воспитаны. Не могут оставаться в стране, когда людям нужна помощь. Марина Кравцова, Василий Колдашов. События.